В Омском районе Омской области раскрыли убийство по горячим следам. Подозреваемый в преступлении – друг потерпевшего. Мужчины отмечали 8 марта со знакомой. Два кавалера не смогли поделить одну даму. Поэтому отношения решили выяснить с помощью ножа. Выпитый за день алкоголь и высокая температура, а дело происходило в бане, сыграли свою роль. Теперь один сельчанин мертв, второй арестован, а женщина осталась одна. Подробности далее. Омский район Омской области, деревня Девятиряковка, ночь с 8 на 9 марта. Пенсионерка возвращается от подруги домой. Внимание привлекает незакрытая дверь бани. Женщина заходит в парную и обнаруживает труп. В погибшем сельчанка узнает друга своего сына. Ну, сидели мы вот здесь, вот распивали, топили баню. Супруга гражданская пошла мыться. Мы остались с Климентом выпивать дальше. На проверке показаний на месте Юрий расскажет, что Международный женский день отмечали втроем. Он, его девушка Людмила и друг Андрей. Счет выпитого алкоголя шел на литры. Праздник закончился, когда молодые люди решили принять водные процедуры. Прошло минут 10 еще. Вот. Он собрался туда же идти. Ну, то есть, все. Через некоторое время забежала Царегородцева. Что он там что-то пытался там домогаться. Она пока в комнате одевалась, я взял нож, он там вон. В ножницу в этой коробке. Вот. И все, пошел к нему в баню. По версии следствия, Юрий без предупреждения напал на Андрея. Удары наносил кухонным ножом. Всего на теле эксперты насчитают 5 колото-резанных ран в области груди и живота. Мужчина скончался на месте. Потом не помню, потом помню, что он упал, и все, я вышел с бани, двери закрыл и ушел обратно в дом. То есть, вот так вот. После совершения преступления он вместе с сожительницей ушли по селу Девятиряковка, и ввиду того, что 8 марта было, далее пошли употреблять спиртное вместе со своими друзьями, знакомыми. Труп был обнаружен матерью подозреваемого, которая сообщила уже правоохранительным органам. Сегодня Юрия заключили под стражу. Ранее он уже был судим за кражи, освободился 3 года назад. Житель деревни Девятиряковка признался в совершении преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.